природе существует много примеров взаимовыгодных отношений среди животных, когда абсолютно разные по виду звери тесно сотрудничают между собой. Многие помнят мультяшного суриката Тимона и кабана Пумбу. Казалось бы, в природе такая дружба невозможна. Однако в реальной жизни определенная дружественная связь присутствует между мангустами и бородавочниками. Клыкастая дикая хрюшка не может самостоятельно избавиться от назойливых насекомых на своей тушке, и тут на помощь приходят мангусты, ведь всевозможные жучки – это их лакомство. Выгоду получают обе стороны. Мангусты трапезничают, а дикие кабанчики просто блаженствуют, лежат неподвижно и никогда не тронут своих полезных гостей.